дорогие друзья! Мы снова вас приветствуем, снова солнышко, и мы в Праге, в одном интересном парке, который называется Витков, на одноименном холме, который находится, который также называется Витков. Знаете в чем? Что мы столько лет здесь живем и ни разу здесь не были, представляете? Да, вот так вот бывает. Живешь у Красной площади, а на Красной площади никогда не ходил. Живешь там у Эйфелевой башни, а на Эйфелевой башне никогда не лазил. Вот здесь похожая ситуация. Хотя вокруг ездим каждый день. Жалко, что все в дымке, потому что отсюда, с этого холма, открывается потрясающий вид вообще на всю Прагу вокруг. Слушайте, отсюда открывается действительно потрясающий вид на всю Прагу. Панорамный. Угу. Таня отметила, что вся Прага предстает немножко... В другом ракурсе. В другом абсолютно ракурсе. Вы знаете, я сюда не приходил, и, в общем-то, и Таню сюда не приводил, потому что у меня к этому месту всегда было какое-то двойственное отношение. Дело в том, что вот здесь вот, это памятник Жишке, герою гуситских войн. Но... Отношение у меня к этому месту было, потому что здесь был мавзолей. Мавзолей, в котором был похоронен бывший, ну, в то время коммунистический деятель, руководитель коммунистической партии Чехословакии, там, президент, кем он только не был, в общем-то. И звали его Готвальд, если вы не знаете. И похоронен он был здесь сразу после своей смерти в 1953 году. И вот в 60-х годах что-то пошло не так, и забальзамированное тело стало немного так, как бы, попахивать. И его отсюда кремировали и захоронили, как и всех, в общем-то, коммунистов, которые здесь где-то тоже были захоронены, были захоронены в других местах. Это уже после бархатной революции 89-го года. Так что вот такая вот история. Скульптура Яна Жишки считается вроде как одной из самых крупнейших скульптур в Европе. Хотя в последнее время все меняется. Не знаю, может теперь князь Владимир самая большая Янь. Я не знаю, не уверен. Ну вот. В стародавние времена холм был полностью покрыт лесами, и Карл IV... приказал как-то здесь что-то вырубить и посадить виноградники. И здесь было все в виноградниках. Ну, впрочем, как и район винограда, поэтому он и называется виноградом. Все было в виноградниках. Но 30-летняя война, все такое, иссушились эти виноградники, погибли. Поэтому как бы здесь это как бы дело не пошло. А Витков, холм этот называется, потому что так звали его владельца, которому он принадлежал. И вы знаете, что подумалось? Подумалось, что... Помните, мы были с вами на башне телевизионной, и я показывал оттуда виды. Сколько там стоил билет? Мы потратили кучу денег, а сейчас понимаешь, что можно. А сейчас понимаем, что можно туда совершенно туда не ходить, по большому счету, вид
очень похожие и даже в какой-то степени чем-то лучше на самом деле, потому что свежий воздух, деревья, все добавляет какой-то такой аромат. Если до лета, обязательно. Да, чуть пониже. Но сделаем антирекламу, важно, если не хотите тратить деньги, идите в этот парк и увидите то же самое. Повторяйте наши ошибки. Да, 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 да. Нужно иметь совесть. Билеты нужно делать более дешевые. И расплылись они на солнце, как два чизбургера. Вот видите, как предрассудки портит нам жизнь. Вот я почему-то думал, что здесь не так красиво. Вот, ну, каюсь, стыдно мне, стыдно, да, потому что я такой для вас первопроходец пражский, чешский, а как-то вот сюда меня почему-то судьба не заносила. Совершенно мне непонятно почему. А сейчас отношение полностью поменялось, причем даже к району Жижков поменялось сразу отношение. Я понимаю, что это очень перспективный райончик. И очень здесь красиво, и все меняется сразу. Обязательно придем сюда летом. Вчера отгремел Валентинов день. И все, кому не лень, что-то запостили. Сняли какие-то видео. Я этого делать не стал, чтобы не выглядеть слишком скромно на общем фоне. А на самом деле у меня просто очень такое двойное отношение ко всему этому. Потому что... Нет, 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 я абсолютно не против праздников всех. Праздники нужны все, какие есть в нашей жизни. Но просто не люблю я эти такие праздники с поводом, знаете, с поводом сказать кому-то, что ты его любишь, или, я не знаю, или... Я даже не люблю прощенное воскресенье, честно говоря, когда все звонят и извиняются. А что до этого времени извиниться, вот, не надо было? Все ждут вот этой причины или какой-то такой возможности, чтобы их вот что-то подтолкнуло это сделать. Ой, не знаю. Многие стали обсуждать, в сетях стали говорить, ой, это вообще не наш, не, там, не какой-нибудь не православный праздник, господи. Как будто 1 мая и 8 марта это наш праздник. Это тоже пришло к нам с запада, друзья. Все с запада пришло. Так что ничего не страшного в том, какие праздники надо праздновать все. Но вот считаю я, что дарить подарки любимым, говорить им, что их любишь, извиняться перед людьми, для этого не нужен какой-то повод. Нужно просто это брать и делать. Лично я предпочитаю дарить подарки как-то неожиданным каким-то образом, когда человек об этом не знает, и вдруг неожиданно он что-то получает, нежели когда он заведомо что-то ждет, и вот что ему сейчас обязательно подарят, какую-нибудь ненужную вещь, как это обычно бывает. Вот. Не, я люблю делать такие вещи неожиданно. Кстати, поделитесь своими мыслями на этот счет. Как вы думаете, нужны ли же нам обязательно такие поводы, или все-таки можно без них как-то обойтись? Таня решила покататься на качельках. А у меня ноги не влезут. Хорошо, голова закружилась. Думаешь, выдержит? Слушайте, у меня уже укачало. Старость не радость. Пойду пошатываюсь. Хорошие качели. Если меня выдержали, можно ставить знак качества. Что вы думаете, нужно ли для того, чтобы извиниться, или признаться, или еще что-нибудь, особый повод, который вас подталкивает? Или все-таки нужно взять и это сделать? Ну что, дорогие мои, впереди еще целый рабочий день. Нам пора отправляться делать дела. Пока-пока. Да, пока-пока. Ждем ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.